цветет. Сажено несколько лип. Поближе, знаете, чтобы вам слышно было. Я не стал читать одну фразу, потому что я мог там не в том падеже сказать. Кто знает, молчок. А потом я посмотрю, что так руку потихоньку поднимешь и скажешь, автора я знаю. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один был мне поддержкой и опорою, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Поднимите руки, кто знает, кто сказал? Иван Тургенев. Умница. Ну, объяви вслух. Иван Тургенев. Что говорит? Тургенев. 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 Как звать, величать? Иван. Вон. Иван. Да. Вот как. Так я вот что хотел сказать. Ну, я прочитал фразу, не стал там считать уже. Ну, может быть, запятая не туда, но я это все выписал оттуда. Надо помнить, что он говорил об языке. Но у меня почему-то мысль такая, я давно ищу ответ. Вот Державин, Гаврил Романович, вот, Пушкин говорит, старик Державин нас заметил и в гроб ходя благословил. Значит, они где-то рядом были. Язык Державина и Пушкина, это как будто бы вот с украинским сравнивать. Сумароков, которые были тогда поэты, совсем не похожи. Откуда у нас вот этот сегодняшний язык? Я отношу это все-таки к Библии. Пушкин в это как-то вписался, видимо, потому что Библия полностью 1876, а до этого еще, до реакции, а реакция 30 лет была, не давали переводить никак. До этого были местами Новый Завет отдельные, там их Вольфсон переводил, даже этот переводчик Герасим Павский. Русский язык, Слово Божие, великий, могучий, прекрасный, поддержка, все в нем, потому что на русском языке Святая Библия. Вот это относятся слова, которые Тургенев сказал, относятся к Святой Библии. Мы не знаем, что еще, это советская власть сохранила эти записи, а мы не знаем, что он имел в виду. Знаем, великий писатель, все, ну, конечно, не Солженицыным сравнивать,
Но все-таки он сказал это. Великий, могущий, берегите этот язык. Его испоганили как нельзя хуже. Вот придешь на базар, ну там туркмены, узбеки, таджики там, и не может говорить «моя, твоя», а загнет трехэтажным по-русски. Это везде при том так. Я стал думать тоже здесь, почему мать русская должна быть. Главное, чудовище родилось от него, от нее, жертву которому почти 100 миллионов принесли. Его имя Вил. Библия говорит Вил. Владимир Ильич Л. Он не думал, он менял и менял фамилии тогда. И старик его звали. А остановился на Вилле. Почему? А чтобы знал, что он в Вавилоне. Вавилон — это Москва. Это я говорю пророка Иеремии. То есть, когда начинаешь туда вникать, и ты видишь, у Бога все это продумано было. Нет, это не слово. К Богу не относится продумано. Вот говорит, и Дух Божий носился над водою. Как носился? И вдруг, я считаю, Бетекса один, пропадник, он говорит, вот когда человек думает, инженер что-то готовит, он ходит, думает, тогда вот так вот. И Дух Божий как бы обдумывал план этот, как эта земля будет, говорят, все будет разное. Вот объяснение какое дается, Дух Божий носился над водою. То есть у Бога все обдумано было. До единой волосинки, до единой травинки, до единого насекомого. Богу нашему слава. Аминь. 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 В 11? В 11? Занятие? Да, на 11. Давайте по-быстрому отжуем сюда. На занятие.